Всем привет, вы на канале Ходит Разница, с вами Аконов Денис, штиль МС-180 на ремонте, тот который вот цилиндропоршневая стенко собрал, хочу попробовать завести, как-то пристроить камеру, как-то вот так. Карбюратор оказался нерабочий, поставил свой пока что пробный карбюратор, в банке здесь вот с жидкостью валяется всю дорогу, достал, хочу попробовать, вот сразу она даже стартанула, потому что жидкости там всякие, растворитель, бензин чистый, так что вот. Карбюратор тоже не работает. Только что он там пролежал целый. Кучу времени нету нифига. Позвоню хозяину, пусть везет карбюратор, потому что он мне показал новенький в коробочке. Я говорю, ну давай, ладно, попытаемся старый поставить, потому что они получше. Как бы зама. И все равно уже китайский. Хочу попробовать. Не то чтобы попробовать, хотел попробовать, заведется или нет. Как бы заводится и работает. Привезет карбюратор, поставлю и пусть, до свидания, пусть работает. Всем спасибо.